Красная ленточка, торжественная музыка, все как и полагается для большого и помпезного открытия. И даже высокие гости. Мимо такого события пройти невозможно. Мы здесь находим все ответы и за собой сказку манит. В ней чудеса со всей планеты. Театр, музыка, наука. Небольшое помещение бывшего книжного магазина за пару месяцев превратилось в уютный островок детства. А нашим дорогим гостям мы предлагаем разные курсы. Это такие, как подготовка к школе с 5 лет уже, да, набираем 5,5. Английский язык в игровой форме, китайский, группа продленного дня, хореография, театр. И снова красная ленточка и торжественные речи. Этот день смело можно назвать днем детства. Высокие гости на открытии еще одного дошкольного центра. Очень похвально, что молодые предприниматели, выпускники нашей 57-й школы открыли частный детский сад. И сегодня мы присутствуем на открытии первой очереди. Первая группа этого частного детского сада на 20 детей. Открытый сегодня частный сад «Панда» и центр развития «Почемучка» – лишь малая капля. Но, как заметил Игорь Зураев, капля по капле и будет большое море. Главное – поддержать предпринимателей в их благородном деле. Булат Сединшеев, Сергей Петров, Александр Иванчиков. Новости дня.